сегодня опять приехали к морю все-таки. И, ну, сосед нас подвез. Погуляем. Вот, кстати, спускаемся немного получше, потеплее, сверху продувает. У нас утром сильная такая, ну, ливень, даже, можно сказать, потоп был. Причем так моментально и резко заметать начало. Я думала, что дождь перейдет прям реально в снег. Буря, шторм, вода со всех сторон льет, метет. В итоге небо, наоборот, расчистилось, потому что ветер все это унес дело. И теперь это самое. Классно так прогуляться можно. Главное, что не кислая погода, что нет дождя. Вот смотрю, мы еще подъезжали, когда со стороны Оморики. Я заметила, что море поднялось. Прям ощутимо. Сейчас прям даже визуально. Мы в прошлый раз, когда гуляли, вот здесь камень, по-моему, камень был вообще, да, просто на пляже сухой. Мы подходили, вот где-то тут сидели, по-моему. Ага, мы вот с той стороны присели на платформу бетонную. Ну, в общем, было здесь, да, метра на 2-3 меньше, ниже. Ну да, точно, собачонок вон там носился, спускался к морю. Но особенно заметно было, когда мы через город ехали, там прям реально поднялось. Ну, как бы уже и достаточно. Целый месяц держала. Так. Немного вроде продувает, но не сильные волны. И не сказать, что прям ветер холодный. Мы смотрели с гор, вон то место на Кырке. Прям таким грибом накрыло. И видно, что идет дождь. А у нас нормально. Кстати, у нас частенько так бывает, если на Кырке дождь, молнии, гроза. Оно как-то уходит, или если налетает, то очень быстро уходит. Из камня прям вода сочится. Дочка решила камни тут несколько взять. Они плоские, белые, и она на них рисует. Ну, главное, что она захотела прогуляться. Да, видите, как хорошо. Я просто хотела показать, что она пьет. Ну, не то, что прям какая-то терапия, но действительно хорошие добавки для поднятия иммунитета для детей. Засниму, наверное, завтра. Очень хорошо. Вот ощутимо уже даже через 3 дня. По ее состоянию, по ее настроению, по физическому, так сказать, ну, поведению, по ее видно, что действительно... Эти компоненты, там такой, как гель и как, ну не гель, как это сказать, господи, какая-то странная штука, смотрю, как лиана, сейчас на голову что-нибудь прилетит. В общем, там масло и сироп, вот. Что это такое, не пойму. Что-то это вообще непонятно. Шнур какой-то или нет? Или это... Нет, это что-то какая-то как лиана. Я просто смотрю, тут какая-то фигня вот. Как от электричества. Я думала, это какая-то ерунда приключена была. А это реально какая-то лиана. Только смотрите, я вот стою здесь, да? Рассматриваю. А камни, возможно, что просто слетели сверху. Интересная штука такая. А что ты вот этот камень, он не очень для рисования. Слишком пухленький. Смотри вот эту штуку, видишь? Красная. Я думала, это какой-то шланг, а это такая выросла фигня. Сегодня, наверное, никого на пляже не будет. Мы были вроде в прошлый раз и выходные. Сегодня рабочий день. А мы как бездельники шастаем. Главный. У меня, кстати, горло... Он такое, как осипшее, но вообще не болело, вот прям реально, чтобы у меня какие-то боли были или мне мешало. Я купила даже сироп очень хороший для горла. У нас почти закончился. Прежний наш бутылечек. И, в общем, мне не понадобилось, но вот только антибиотик и пробиотик сегодня допиваю. И я надеюсь, что уже скоро оно все
пройдет это дело. Ну ты повыбираешь, потом прогуляемся на другую сторону, да, еще? До города двинем, да? Ладно, пойдем по магазинам. Ну ладно, давай. Давай ты засунешь кроссов себе. Давай засунешь к себе в этот рюкзак. Нет, почему? Ой, а в чухала. Ладно, я в пакет засуну. Смотри, купается. Да, все-таки пришли люди. Здесь из апартаментов много приходит. Я не помню. Да нет, давай мы. Ты еще пособирай камушки, пока идем. Че? Я ж не тороплюсь так. Я просто дочку уговаривала. Давай, говорю, пойдем в сторону города, потому что оно так выглядит, вроде дорога не близкая, но на самом деле приятная прогулка возле моря. А она сначала, да нет, а что? А сейчас думает, ага, если пойдем до города, то и в магазин заглянем. Давненько ничего не брали. Мы вообще реально очень давно не были в городе. Наверное, пара недель, то всегда получалось как-то бегом. И мы это самое, все как-то так, просто продукты и домой. Кстати, вот я сейчас собираю камни, просто обычные, да, плоские. Ой, смотри, какая сейчас роза. А я посмотрела видео в Калининграде после шторма. Люди, когда вышли, собирали янтарь. Вот это, конечно, круто. Просто женщина раз-раз в тени рукой помотала, и у нее в руке, там, не знаю, стакан янтаря. Такого мелкого, есть покрупнее камни. Удивительная просто природа. У нас вроде есть тут возле моря и сосны, и такие деревья, но чтоб янтарь. А в Словении, кстати, мы когда ездили, я почему-то забываю всегда остальные города, которые мы проезжали. Копер, помню. Копер, как говорят. Вроде Порторож, да, мы были. Смотри, вот камень неплохой, вот этот, по-моему. Порторож. И мы обходили лавки. И там был очень красивый, ну как, хороший магазинчик такой с янтарем. И очень красивые вещи, я помню. От декора крупного. И цвет янтаря был необычный. Нежный такой какой-то, как кремовый. Хотя, в принципе, не сказать, что я прям ношу украшения. Да. Ладно, я уже с другого места буду снимать. И расскажу вам одну очень такую жуткую историю.